Физули будет построен международный аэропорт, заявил 5 января президент Ильхам Алиев во время онлайн-приема нового министра культуры Азербайджана Анары Керимова, уточнив, что сейчас выбирается место для будущей воздушной гавани. «По моему указанию, Физули будет построен международный аэропорт, сейчас выбираются места, будет проведена работа по разминированию», подчеркнул он, добавив, что в текущем году должна быть сдана взлетно-посадочная полоса, а оттуда до Шуши близко. Алиев напомнил, что в советский период в Шушу можно было добраться либо через Ханкенди, либо через Лачин, а теперь мы открываем новую дорогу. В то же время эти дороги тоже действуют, и наши граждане, проводящие сегодня там ремонтно-восстановительные работы, пользуются ими – дорогой Агдам-Ханкенди-Шуша и Лачинский коридор. То есть эти дороги открыты для нас, мы должны ездить туда, когда захотим. Так и будет, сказал президент. Ильхам Алиев поведал, что строительство Физулинского международного аэропорта создаст возможности для приглашения в Шушу иностранных гостей, потому что, приехав туда, можно будет в кратчайший срок попасть в Шушу, подчеркнул глава государства. В то же время Ильхам Алиев не сказал о существующем аэропорте в Хаджалы, который по-прежнему остается под контролем армян. Если будет строиться новый аэропорт в Физуле, что будет с Ходжалинским аэропортом? По мнению руководителя Центра политических исследований «Атлас» Эльхана Шахиноглы, Азербайджан достиг своей цели, освободив от армянской оккупации многие районы, но пока остается несколько процентов территории страны, где главенствуют, к сожалению, сепаратисты, и Ходжалинский аэропорт пока находится под контролем армян. Учитывая то, что президент Ильхам Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана, ожидается приезд туристов. И в этой связи строительство нового аэропорта близко к Шуше необходимо. Но мы также должны использовать уже имеющийся в Карабахе аэропорт, чтобы он служил интересам Азербайджана, подчеркнул азербайджанский политолог. По указу президента Азербайджана в Физулинском районе будет построен новый аэропорт. Мы достигли своей цели, освободили многие районы, но пока остается несколько процентов, где главенствуют сепаратисты, к сожалению, и Ходжалинский, Ханкентинский аэропорт, к сожалению, пока в их контроле. Поэтому я думаю, что можно построить новый аэропорт для Физули, так как президент объявил Шушу историческим столицей Азербайджана, значит, будут посещения, будут туристы, и уже есть два обозначения, что в этом году будут два фестиваля в Шуше, поэтому, конечно, нужен для Азербайджана, для Карабаха новый аэродром близко к Шуше. Но я согласен с вами тем, что мы должны использовать уже имеющийся аэропорт. Это аэропорт тоже Азербайджана. Хотя его отремонтировали, так скажем, сепаратисты, но они не смогли использовать это, потому что Азербайджан объявил, что если они будут использовать этот аэропорт, будут летать самолеты, это будет нарушение границ Азербайджана. Хотя вертолеты летали, но самолеты не летали. Поэтому я думаю, что в будущем и мы должны, и этот аэропорт мы тоже должны контролировать, но там должны находиться пограничные войска Азербайджана, чтобы контролировать этот аэропорт, таможенная служба. Как и во всем нормальных странах, и везде в аэропортах есть пограничные службы и таможенный контроль. Если мы сделаем все это, что в аэропорту будет под нашим контролем, мы должны будем использовать и этот аэропорт. Но реально, скажем так, сегодня мы не контролируем этот аэропорт. Да, мы, опять же, я повторюсь, мы освободили много территорий. Но еще под контролем сепаратистов есть территории, а там ходят террористы, и у них как бы союз с российскими так называемыми миротворцами. Мы пока не решили эти злободневные вопросы, но мы должны уже начинать решать эти вопросы, и в том числе, чтобы аэропорт Ханчанди служил интересам Азербайджана. Там могут работать армяне, какие-то технические структуры, но контроль, этот аэропорт должен быть под контролем азербайджанских вооруженных сил, пограничных служб и таможенного комитета. Без этого
мы не можем дать использовать этот аэропорт в каких-либо целях, потому что сейчас армянские сепаратисты ведут переговоры с какими-то силами в России, чтобы этот аэропорт был использован для самолетов. Но если этот аэропорт не будет под нашим контролем, через этот аэропорт могут вести разные вооружения, какие-то другие вещи, которые не будут под нашим контролем. Поэтому мы должны и этот аэропорт контролировать. Но на это требуется, наверное, длительное время. А пока, да, я согласен, что должен быть еще один аэропорт близко к Шуше. Но опять же, это не означает, что мы другой аэропорт уже даем под контроль сепаратистов. Мы этот аэропорт тоже должны использовать. Но до этого мы должны сделать другие вещи, чтобы живущие в Карабахе армяне жили и работали под нашими законами, имели наши паспорта, и там не было бы ни одного сепаратиста, вооруженного сепаратиста. Если мы решим этот вопрос, и вопрос контроля аэропорта будет тоже решен. Но пока, да, мы построим новый аэропорт в Физюли, и он будет использован в разных целях.